получаем средства на обустройство спортивных площадок. То есть в прошлом году у нас как раз получалось ШО, а до этого у нас несколько лет подряд спортивная школа Евгеньевича получали на лидере, и вот как раз его, то есть это вот из этой же темы. Мы продолжаем, спортивные школы у нас подают, готовят, то есть предварительно за год документы, предложения, у них их много, но вот выиграли вот такую сумму, это один объект, 4 миллиона. Это на лидер? Нет. Это спортивная школа, но это не лидер. Угу. То есть не на там адрес есть определенный. Адрес у нас лидер. Это был 17-я школа. Мы изначально с Юрием Геннадьевичем тогда говорили, обсуждали этот вопрос, где площадки должно было быть. Это Горняк и это 17-я школа. Ну вот осталась одна и планируется в район 17-й школы.